Привет! В кадре нож от компании CRKT. Сегодня у нас много новинок, и, конечно же, надо начинать с самой популярной из возможных от компании CRKT. Это M16. Рождение и творение Кита Карсона, который создал когда-то модель, и обычно бывает, что какой-то первоизданный нож всегда задает какую-то ноту. Так вот, модель M16, она представлена, ну, в самой широкой, наверное, палитре и цветов, и рукояти, кромки, стали. Конечно же, изначально первые модели, они носили более агрессивный характер, и такова иерархия, что напротив, от жестокости, от агрессивности перешли и последние модели M16 обретают гражданский вид. Есть с обоюдоным упором по обуху и по нижней части, есть в полусерейтере, есть в версии танта, есть, как говорится, в разной цвете рукояти. Но сегодня у нас новинки 2021 года, и эта модель в стали 12C27 Sandvik, шведская, если я не ошибаюсь, обозначение Kit Carson Design, его артикул 1603BK, где BK это Black, оксидированная обработка клинка в черном исполнении, корпус 2 Chrome 13, железка нержавейка с обработкой нитрида титаниум или титаниум нитрид. Такая же модель в таком же цвете по рукояти, но немножко отличается по клинку. Это вот обработка Bead Blast в той же железке, в том же, как говорится, исполнении. Конечно же, дублируется клипса в цвет клинка. Поскольку нож изначально был тактическим, то вот это вот за что, да, многие ругают M16, за то, что он, ну, такой немножко топорный, за то, что он грубый. И многим не нравится, что здесь, вот здесь, например, шайба из туропласта, напротив там из цветного металла. Здесь, если брать вот эту модель, то здесь аналогичная ситуация. То есть эта часть из туропласта, эта часть из цветного металла. И здесь по механике он, ну, довольно-таки туговат. Конечно, смотря с чем сравнивать, но обязательно вот нужно совершать такое кистевое движение. Но нож изначально был грубоватым. Здесь, конечно, никакой системы IKBS, никаких подшипников не предусматривалось. И поэтому нож такой вот тактик. И, как говорится, его можно применять и в хвост, и в гриву. И где-то надо разобрать, где-то почистить. Конечно же, в этом плане шайбы из туропласта и обычные шайбы, они, как говорится, не такие капризные. Что еще? По клипсе. Она здесь достаточно короткая, широкая, но при этом, самое главное, надежная. Имеет сквозные отверстия, по дизайну очень схожа с рукоятью. Две бомбки аккуратные, все просторно, обратите внимание, как все здесь насквозь, все легко промывается, все легко чистится. Два шпенька под правую и левую руку, они, конечно, здесь в сложенном состоянии упираются в корпус и в разложенном состоянии также упираются в корпус. Тем самым служат такую эстетическую и, ну, немножко противоречивую функцию, да, мы привыкли видеть шпеньки, чтобы за них можно было как-то вот извлекать нож, но здесь, конечно же, это практически невозможно, вот, ну, никак невозможно это сделать. А за счет флипа он неплохо флипует. Есть, ну, насечки по практически всей поверхности вот этого плавника, который неплохо упирается в указательный палец и в разложенном состоянии неплохо служит каким-никаким, но упором. По замерам. Давайте, наверное, быстро пробежимся.
Поскольку модели, они по величине все отличаются, здесь вот, грубо говоря, 200, наверное, 8 длина, клинок, если до шпинька 85, если до рукояти 90 по ширине. Быстро буду мерить, 21 по обуху получается 2,9, корпус 9,2 и сведен будет, я думаю, 0,7-0,6, да, поскольку это прежде всего с тактическим настроем сведение у М16 никогда не было изящным. Ну вот 0, ну все рядом и около 0,7. Ну что, наверное, на этом все. Я его взвешу. Эти все замеры на официальном сайте присутствуют. Можно зайти на crkt.com. Там все, конечно же, расписано с неплохим. Вот 100 грамм с неплохой информативностью, поэтому мы так для последовательности, как говорится, замерили и взвесили. Ну что, и конечно же по ссылке мы ведем на карточку товара, где есть вся необходимая информация. Всех благодарю. Новинки яркие, новинки популярные. CRKT, конечно, порадовал самым широким ассортиментом в 2021 году. Спасибо, до новых встреч.